В Комитете по ветеринарии Мурманской области обсудили результаты исследований и инспекторских проверок в реках Кола и Тулома. Рыба идет здоровая, и ее активность увеличилась. Специалисты связывают снижение симптомов заболевания атлантического лосося с повышением температуры воды. Признаки болезни рыб не зафиксированы и рыбаками. С начала сезона на реках Ура, Титовка, Печенга зарегистрировано 7 тысяч рыбаков. Особое внимание уделяется охране водных биоресурсов. Министерство рыбного и сельского хозяйства региона активно работает и с пользователями рыбопромысловых участков, которые предоставляются для организации любительского и спортивного рыболовства.